очень рада вообще, что присутствую на такой крутой конференции, принимаю участие в всеукраинской онлайн-конференции и являюсь модератором на очень важной теме с методологом, автором практики гибкого планирования Дмитрием Дядиком, у которого 11 лет опыта в B2B-продажах, и сегодня он сможет с нами поделиться всем этим. Я буду для вас человеком, который поможет, собственно, задать те вопросы, которые вы не сможете сделать вживую, поэтому пишите в YouTube, пишите в Facebook, и мы постараемся дать все ответы на все возможные ваши вопросы. Дима? Да, всем добрый день. Друзья, здравствуйте. Рад видеть вас в онлайне. Чувствую вас. Юля помогает. Спасибо тебе за помощь и возможность сегодня как раз выступить. Родные земли вдвойне зовут. Я сам с востока страны, я с Тореза. И для меня вдвойне близко сегодня как раз поделиться теми знаниями, потому что с глубинки, пройдя многогранный путь, как раз и вот эти 11 лет в B2C-продажах, как раз это было очень насыщенное время. Сегодня тема, как раз я ее вот так ее трансформировал, 12 идей, чтобы взять максимум планирования и увеличить продажи. Ну, когда, если не сейчас, друзья? Ну, сейчас прям просто необходимо это делать. У нас весь мир просто, у нас со всех сторон экономические, там, медицинские, политические, все стимулируют, чтобы мы включились. И кратко о себе. Люблю очень бегать, обучаюсь постоянно, то есть путешествую, люблю воду, горы. И вот немного фактов обо мне, то есть я так специально концентратом их упаковал. Как Юля уже сказала, да, методолог и основатель проекта по комплексному планированию четырех горизонтов времени, да, гибкого, с 17 года. 11 лет уже, как сказали, сертифицированный бизнес-тренер. Да, есть такая у меня буква в моей биографии. И прописываю как раз упаковываю. Сам аналитик компьютерных систем, то есть программист по образованию, но навыки аналитические перепаковываю как раз так, чтобы доносить емкое знание. Это было легче и быстрее переваривать вам. С 14 года перешел в предпринимательскую практику, так, чтобы это было понимание легче и быстрее. 2 года занимался выстраиванием отделов, то есть 1000 человек прошла через мои руки, когда, то есть, набирал людей, непосредственно отбирая анкеты. Исследую это зов души, ну и интегрирую все это дело в своей жизни. Поэтому рад делиться теми штуками, которые очень вкусно сегодня пройдем с вами по пунктам, которые приготовил. Ну и там 7-й пункт вы тоже видите, есть такая тоже штука, что помогаю найти людям то, что их включает, и быть в оптимальной форме. Об этом как раз 12-й пункт, который крайне важен. Ну и плюсиком это такое достижение прошлого года. 100 километров – это пробег. У нас по таймингу мы чуть сместились, ну как раз мы у нас будет 50 минут, как проговаривали. Друзья, очень важно, возьмитесь прямо сейчас хотя бы стикер, хотя бы один, да, ручку, карандаш, помаду, тушь, фломастер, ну, в общем, чем-то, что было вам писать. Если есть меловая доска, тоже пойдет. Да, ребят, я с вами тоже буду записывать, поэтому действительно рекомендую потратить эти 50 минут с пользой, вынести максимально важные для себя вещи. Так, все, видите, Юля тоже поддерживает, так что давайте включайтесь. Чтобы наше время было максимально продуктивным, будьте тотально активны. Здесь и сейчас, то есть телефон, просто возьмите, выключите его. Если вы с телефона, то тогда сделайте так, чтобы он вам не жужжал. И это время уделите себе, потому что в вашей жизни вы как предприниматель, как человек, который развивает сейчас стартап, я сам прошел через эту как раз, как называем, шкуру, да, я кожей чувствую, знаю, как это. Как важно в данный момент брать все зерна и применять их сразу. Так вот, наш блог именно про это. Я помогу как раз всю конференцию вам выжать из нее максимум. Это моя задача. То есть я в целом как раз моя компетенция. Задавайте вопросы, Юля их мониторит, и самые крутые, те, которые мне будут отвечены, мой пока по ходу контента, обязательно задаст мне, и я поделюсь с ними, с вами. Да, ну и на «ты», чтобы было проще. Так, я думаю, будет комфортно. Там вы какой-то плюсик поставьте, что типа на «ты» вы согласны, а Юля как, тоже скажет. Да, и пишите, давайте, как ребят, городов. Пишите в YouTube. Да, то есть, ну, хотя бы если где-то есть, то это тоже, я чувствую вас, что вы уже реагируете. Так,
фиксируйте, вот это ключевая штука. Вот этот пункт люди все говорят, там, ну типа я знаю. Да, конечно. Но от того, что вы знаете, и я тоже много знаю, и вы уже, я уверен, прошли кучу разных книг по самопомощи и тренингов, обучений, вы много знаете. Друзья, ну от того, что вы знаете и не применяете, это как книги, которые лежат на полке. Если я их не применяю, то автоматически эти знания просто лежат в этих же страницах. И результаты выстраивания бизнеса, а тем более в продажах, да, это ключ, это локомотив нашего бизнеса, только продажи дают бизнесу деньги, все остальное их тратит. Так, это шлифанули еще раз. И поехали. Вот те пункты, которые сейчас вы видите, это первая порция, которая, почему ее важно усвоить сейчас нам с вами. Потому что у нас, по сути, есть альтернативных два пути. Есть люди, которые не применяют планирование, то есть не уделяют ему должного внимания или делают по режиму, ну и так это понятно. Самоуспокаивают себя, делают, что как будто бы они знают, но по сути они не применяют даже базовые вещи, которые мы сегодня с вами проговорим. Те же, кто так делают, по сути бегают по кругу, испытывают, как и я до 2011 года, когда я с планированием плотно не соприкоснулся, большие проекты бывали сложно. Постоянно срыв дедлайнов, перенапряжение. Когда скилл еще не был сильно накачан, да, прокачан для тех, кто уже в теме, да, кто уже знает об этом, то для вас тоже будут сегодня осознания и будут акценты, которые расширят восприятие, потому что работая в отделе продаж, когда я попал в компанию Ampon, она занималась на тот момент, 2013 год, продажей обучения интернет-маркетингу. И в чем идея? В том, что когда мы работали, график был крайне плотным. И в тот период я не понимал, это буквально был мой третий месяц, и мне попадает в руки тогда книга Парабеллума по поводу удвоения продаж через планирование. Простая брошюра, кстати, вы ее найдите в интернете, она есть, или там через бонусы я как раз могу в директ это сбросить. Эта маленькая брошюра позволила, применив эти знания, которые я вам сегодня даю и поделюсь с вами, утроить, друзья, только вдумайтесь, утроить результат. Я не поверил, когда, то есть результат, когда бухгалтер, получается, подбил все счета, шеф приходит, тогда Игорь Беспалов приходит, дарит мне коробку вечернего Киева, говорит, ты сделал, как ты сделал этот план? У нас никто его не делал, а я не знал. Когда вы не знаете чего-то с точки зрения объема, да, что вам посильно, это другая это штука по поводу про правду к себе, да, то есть не все нам нужно знать. Но применять инструменты, которые даю, и другие люди вам сегодня будут давать, важно применить их сразу и фиксировать. Почему как раз я обратил внимание на вот эту вещь? То есть надо на куда-то фиксировать идеи. Я надеюсь, вы уже прочитали, пока я здесь такую тираду говорил, да, чтобы не дублировать, потому что по всем этим пунктам мы пройдем. Альтернативно же, да, путь в противоположной по такой стагнации, напряжению и деградации, когда вы используете планирование, когда вы можете применить ресурс свой максимально, поскольку планирование – это про распределение ресурсов в первую очередь, так как в первую очередь, наша конференция – это про диджитал, да, то есть про e-commerce продаем, то есть максимально на автоматизации. Я работал, когда B2C, то есть непосредственно, да, обработка заявок. То вторая категория, которая была заявлена, это предприниматели, которые стартуют сейчас бизнес и организовывают, в принципе. И человек в этом периоде, и я сам многократно запускал проекты, там, школа юридического маркетинга, которая стала академией консалтингового бизнеса, был там коммерческим, и одновременно руководил ею, то а мы многорукие многоходы в данный момент. И в этот момент, когда у тебя и телефон, и все одновременно, да, вот так, и руки, и ноги, здесь важно, чтобы грамотно распределить и время, и энергию, и деньги, которые у нас есть, и внимание, которое мы обладаем, и людей, которых мы знаем. То есть управление ресурсами – это, по сути, про планирование. Этой стороны подходим к этому вопросу, и здесь вопрос стоит именно вывести себя на оптимальный, ресурсный и эффективный режим. Когда вы эффективны,
это в тот второй путь, то тогда, возможно, утроение или удвоение, или просто рост продаж, да, или наладить, сдвинуть, провернуть с мертвой точки многие процессы. Первая идея, с которой мы стартуем, это ожидание от самой конференции. Фильтр восприятия на все мероприятия, которые у нас будут сегодня. И глобально, я надеюсь, эта простая вещь разделит вашу жизнь. Глобально абсолютно любой контент, который вы будете воспринимать. Если вы не смотрели «Матрицу», то обязательно посмотрите. Классику нужно знать. Помните, там есть такая сцена, там, где Морфеус дает Нео синюю и красную таблетку. Какую ты выберешь? И Нео такой думает, а может, две сразу? А Морфеус внутри такой говорит, нет, ты же лопнешь, детка. И в этот момент, получается, вы выбираете, быть включенным или нет. Мы сделаем одно микроупражнение сразу с вами, которое кардинально настроит ваш фильтр, ваш майндсет, то есть вашу фильтрацию всего контента, чтобы вы просеивали. Фильтр внимания. Прямо сейчас мы сделаем это очень быстро. Включайте экстра скорость, потому что мы будем сейчас двигаться еще быстрее. Ваша задача, у вас есть буквально 10 секунд найти все предметы в своей комнате, которые у вас зеленого цвета. Ищем все предметы. Вы можете встать? Предметы зеленого цвета. Зеленый цвет. Юля, ты тоже давай зеленый цвет. Ищем зеленый цвет. Так сложно будет. Да, да, зеленый цвет. Ищем зеленый цвет. Да, да, молодцы, супер. Все предметы, элементы, которые есть на других предметах в целом. Молодцы. А теперь синий цвет. Синий цвет. Синий спектр зеленого. Мы смотрели, теперь синий. Голубой, бирюзовый. Все-все-все предметы, элементы там, на бутылке, где это, на маркере, на ручке. Смотрим, смотрим активно, да, да, молодцы, еще, еще, и закрыли глаза. И теперь, не жульничая, вспомните все предметы красного спектра цвета в вашей комнате. Не подглядывать, не подглядывать. На каких предметах есть элементы красного? Вспомните приблизительно, посчитайте, можете загнуть пальцы, очень быстро это сделать. Даже если вам привычная комната, тем более это будет ярко. Вы загнули какое-то количество пальцев, а теперь быстро откройте и посмотрите по факту, насколько на самом деле есть элементов красного на разных предметах в вашей комнате, там, где вы находитесь прямо сейчас. Ну, как-то больше казалось, чем на самом деле казалось первично. Так, у Юли больше. Друзья, напишите, у кого больше, напишите, насколько, напишите плюс сколько предметов. Если там ничего не изменилось, да, сколько было, столько есть, напишите там нолик. Если у вас было больше, там плюс один, плюс два, плюс три, плюс пять предметов, напишите прямо сейчас там оттуда, где вы смотрите, с YouTube или там с Facebook. Вот это простое упражнение, это микроопыт. Опирайтесь на него, зафиксируйте его. Пусть он станет таким неким для вас флагманом, потому что наша задача сегодня концентрировать свое внимание на ключевом, на главном, чтобы вы из всего множества выбирали самое главное, что нужно сделать прямо сейчас. Самое главное, что нужно делать прямо сейчас, это то, что вы в данный момент прорабатываете. Вы уделили время этой конференции, вы уделили время этому блоку. То есть самое главное происходит тут и сейчас. И когда вы в этой волне, вы включены, то автоматически выбираете максимум. Юль, что там пишут? У нас немножечко же опаздывает YouTube, поэтому пока ничего. Да, ну я надеюсь... Почитают еще. Сейчас тоже допишите и почитаете, если очень много этих пунктов было. По поводу цели. Когда мы сейчас с вами сделали этот микроопыт, какую цель вы ставите для себя на эту конференцию? То есть, вероятно, вы поставили какую-то цель Б, ну, что-то хотели вы от нее, да? Да, я понимаю, что контент, который там бесплатный, то он с некой инерцией воспринимается. Горьким опытом своим, проведя там десятки, уже, наверное, за 100 плюс бесплатных мероприятий по стране в разных уголках, занимаясь общественной деятельностью и благотворительностью, то я заметил, что... Ну, как определенный процент такие активные люди воспринимают. Я надеюсь, что сегодня именно такие. Цели Б – это когда мы хотим выучить английский язык. И там можете... Кто хотел выучить английский год назад, поднимите руку. Плюсик поставьте в чат. Или единичку. Да, у нас плюсики. Так, у нас плюс 3 предмета. Как-то раньше не обращал внимания на это. Это касательное упражнение.
Тем более сейчас вот этот опыт переносим в данный момент на цели. То есть то же самое, когда с предметами наш фильтр внимания не был на этот цвет заточен, то есть мы не концентрировали. Эти предметы были вокруг нас, как и весь контент, который будет на протяжении всей конференции. То есть если мы не акцентировали внимание, мы не будем его видеть. Но если мы акцентируем внимание на красный цвет, как сейчас мы сделали, то мы через весь контент будем просеивать именно те вещи, которые нам важны. И тогда этот, все мероприятие текущего дня, другие мероприятия, которые вы будете, любые встречи, любые колы, любые разговоры с клиентами, любые разговоры с вашими подрядчиками, любые переговоры с вашими инвесторами, с вашими родными, тогда они будут происходить максимально эффективно. Вы не будете тратить время, а время взаимосвязано как подруга с энергией. Если вы используете его тотально эффективно, у вас остается ресурс, сила сделать целевое конкретное действие, чтобы сделать продажу. Пауза для драматизма. Вернусь к английскому. Когда у меня фокус внимания был на английском, у меня был опыт поездки, проживания в Штатах, и я долго не мог, в школе ставили за красивые глаза. Но только когда у меня появилась цель уровня С категории, то что это такое? Это поездка, я поеду в Штаты, а все уже запущено, да, документы, деньги, надо, короче, родителям потом долг вернуть и все такое, то в этот момент я понимаю, что у меня некогда раскачиваться. Все. И цель С – это та цель, которая вас реально движет. Вы запускаете бизнес, вы запускаете сейчас проект, вы запускаете там или масштабируете его прямо сейчас, да, шлифуете идеи. Так вот, цель С – это какой лайфстайл вы хотите жить, какую жизнь, норму жизни вы хотите создать. Через время, через год, через два, через три, через пять, через десять. Кому-то дается это легче, сложнее. То есть это тоже навык. То есть я помогаю как раз с ним его тренировать. Да? И важно здесь представить, а зачем вам бизнес? Вот, да, если бы у вас реально были деньги, да, вот сейчас нужная сумма, да, то чем бы вы занимались? И когда вы представляете, как прямо сейчас, пока я проговариваю, у вас какие-то флешбеки, что-то на уровне тела, мыслей, звука, прямо сейчас вы это чувствуете, да, вы это проживаете. Это ваша причина, тот мотиватор, там, меня не мотивирует, у меня прокрастинация, лень. Это просто на самом деле, человек зажрался, простите. Нам сейчас, когда на данный момент мы понимаем, что сейчас вся экономика в мире, 4,5 миллиарда человек остановилась и 2 месяца не работала, все экономические связи тормознулись, и нас сейчас будет догонять страну просто волнами еще несколько лет, то в данный момент надо быть тотально мобилизованным внутренне. То есть не напрягаться, я об этом сегодня скажу, да, а здраво воспринимать все, что происходит. Цель – это то, что вы хотите глобально в своей жизни. А Б – это та цель промежуточная, которую вам нужно сделать. И да, мне не очень хотелось английский там учить, да, там, но когда у меня это прям то, что у меня сердце горит, и мой проект является в данный момент инструментом достижения того, что меня включает, то у меня не стоит вопрос делать, не делать, работать 2 часа, 8 часов или 10. Потому что путь предпринимателя – это путь 24/7. Сколько дней? 7 дней в неделю. Может, 8 даже бывает. Так, надеюсь, с этим разобрались. То поэтому давайте, пишите прямо сейчас на своем стикере минимум одну идею, одну цель уровня как раз Б. Да. Можете сначала уровня С записать, чтобы не забыть инсайт. И уровня Б – цель, чего вы хотите от нашего блога. Вот связано планирование продажи. Как благодаря планированию увеличить продажи? Тот, кто хочет поделиться своей целью, возможно, обсудить, получить какую-то более консультацию, пишите, пожалуйста, в чат. Я думаю, Дима с радостью поможет. Да, да, конечно, буду рад. И когда вы написали сейчас, самое главное тоже очень вам фишка, лайфхак, который опытным путем, кровью и потом найдены, это
первое, что у вас появилось внутри, фиксируйте его на бумагу, фиксируйте его на диктофон, куда угодно. Всю конференцию. Что вы хотите получить от этой конференции? Какой фильтр вы настроите прямо сейчас? Вы хотите какой-то ответ или вы хотите просто поковыряться в носу? Да, такие же тоже люди есть. Окей, это тоже ваш путь, это ваш выбор. И вы к той первой категории, я говорил, которые хотят жить в напряжении, в стагнации, в бедности, в напряжении и в отмазках постоянно, что кто-то что-то кому-то не доделал. Или вы включаете режим пчелы. Первые люди мухи, да, они потом садятся на определенный предмет и питаются определенными вещами, ну, мы знаем где. Вторые питаются и трудятся совсем другим медом, то есть, ну, они всегда работают, да, включены в динамику. Так вот, как раз глобальное вот это разделение. И если вы записали, то прямо сейчас своими действиями вы себя либо к первой, либо ко второй категории отнесли. Я могу тебе прямо озвучить несколько дней, если хочешь. Да, конечно, супер. Живая обратная связь. Первое, что от стрима жду планирования финансовых операций и процессов. Возможно, просто название модели и методик, как это делать. Это нас Эдуард задает такой запрос. И Андрей у нас говорит о том, что он хочет открыть свой отдел продаж столичного рынка новостроек. Так, понял, круто. По поводу отдела продаж. Услышал, сейчас буду вплетать. Да, супер. По поводу прямо сервисов, тут вопрос не что рассказать, что успеть рассказать было, и по сервисам уточните вопрос, что именно хотели, да, если он другие еще тоже есть, то Юль тоже фиксируй и проговаривай. Второй пункт. От чего зависит продажи? Идеальная карта и факт. Про два пути мы с вами проговорили. Это про некий наш внутренний выбор. Про то, как мы используем, по сути, то, что у нас уже нами с вами было сегодня проговорено. У нас осталось 28 минут, которые есть для по таймингу. И здесь самое ключевое, чтобы... Я чуть-чуть наперед скажу, а потом вернусь еще к этому пункту. Про правду. Не лгите себе. Ложь такая сладкая, только она абсолютно не дает денег в кассе. Пока деньги не долетели в бухгалтерию на счет, продажи еще нет. Это очевидная штука. Но как сделать так, чтобы используете ли вы органайзер банально, используете ли вы хотя бы Google календарь, используете ли вы Kanban, используете ли вы Trello, используете ли вы To-Do List или Todoist, или хотя бы в Evernote, да, или будильником используете. Наша задача как раз вот здесь фиксировать все те ключевые вещи. Если у вас еще нет CRM, но вы уже запустили бизнес, то хотя бы там, до 100 клиентов или в зависимости от вашего бизнес-процесса и от вашей нагрузки, да, как у вас часто поступают клиентская база, сколько вы итераций делаете с ними, то здесь важно, чтобы вы использовали до 100 условно. Хватает Google документов, даже там, ну, до 500 условно. Но если вы делаете на потоке, то целесообразно, чтобы автоматизировать то, что спрашивали, использовать тоже AMA CRM, самая простая, но удобная, которая многофункциональная, кросс-браузерная, она коннектится с многими вещами по API очень удобно. Поэтому если вы, из того, что я проговаривал, вы ничего не загнули, ни один пункт, да, то хотя бы начните с Google календаря. Это будет самое простое. Начните фиксировать ваши встречи. То есть, ведь если вы не понимаете вообще, чего вы хотите, да, для себя, то есть про лайфстайл – это глобальная рамка. То есть так, про четыре горизонта времени я буквально тезисно просто скажу. Это глобально зонд, это про некое восприятие, зачем вообще я все делаю, про что моя жизнь. Потом зонд, там, где про годовое планирование, которое как раз гибкая методику, которую сделал и прокатал 5 раз, это уже про некие развитие, как вы хотите там за год развить свой проект. Проектный уровень – это более низко, да, это в рамках недели, ну, больше месяца. Там, в ближайшие пару месяцев, что вы хотите в бизнесе своем сделать? Ведь если вы не запланировали, вы получите заведомо случайный результат. Если вы не запланировали, вы получите заведомо случайный результат. И дневной, ну, здесь уже с точки зрения операционка, как вы эффективно используете свой как раз день. Для этого как раз и нужны органайзеры, о которых упоминали.
Планирование как способ предсказать будущее, опираясь на прошлый опыт свой коллег в нише в мире. Планирование вообще это... Здесь пишите свои идеи, но понимаю, что времени мало, поэтому проговариваю, двигаюсь из динамики. Способ предсказать будущее, опираясь на прошлый опыт. То есть я могу предсказать продажи в своем бизнесе, если у меня были продажи. Если в вашем стартапе, когда я заходил, выстраивая отделы, особенно именно в стартапах, я говорил, первый ключевой вопрос, я говорю, слушайте, собственнику, вы продажи делали, ваш вообще продукт летит, вы знаете вообще, как продавать, потому что если это бизнес ваш, и вы его основываете, то ваша задача делать первые продажи, и ваша задача потом обучить, либо вы будете нанимать внешнего консалтинга, который вам будет выстраивать отдел продаж, или вы будете сами его нанимать, да, вообще вы можете продавать свой продукт, вообще понимаете, о чем ваш бизнес, да? Lift Speech здесь как раз помогает в этом вопросе кратко донести про что ваш продукт. И второй пункт, инструмент планирования для достижения того, что на самом деле важно. То есть если вам важно, чтобы что-то произошло, если вы планируете, то у вас, по крайней мере, появляется хоть какой-то там маршрут, да? Что делает Google Map или любой GPS? Он определяет сначала, там, куда мы хотим, глобальные цели. Да, это важно. Мы об этом говорили. Но потом понимание про то, где вы в данный момент, когда вы понимаете, где вы, на что вы можете опереться, тогда ясна динамика. Поэтому если в своем бизнесе вы не, там, условно не сделали 10 хотя бы продаж, чтобы повторяемо могли это обеспечить, на какой-то выборке лидов, условно берете 100 лидов, 100 заявок и прозваниваете их, и понимаете, какая конверсия. Это хотя бы отправная точка при найме людей. Отвечая на вопрос по поводу выстраивания дела. Вы тогда, имея данные, поскольку планирование опираясь на прошлый опыт, если у вас нет никаких данных, вы идете вслепую. Ну, то есть там сделать травму или ехать по проспекту, закрыв глаза, да, по трассе со скоростью там 100 километров, ну, понятно, что будет. Будет котлета. Лучше пусть это будет котлета из денег, когда вы с открытыми глазами едете, да, и адекватно воспринимаете, что нужно сделать. Вы проверили, и тогда, когда меня приглашали, то есть я давал прям задание, говорю, смотри, пока ты не сделаешь продажи, не скажешь мне, что из 100 заявок у тебя было 20, там, 20 продаж, или там 10, или 5, что я могу вообще, о чем говорить с людьми, которые буду нанимать, тем более, что это твой бизнес, ты понимаешь его изнутри, всю подноготную, а как я могу пригласить продавцов на это, обучать их, если ну, вообще непонятно, летит ли бизнес, гипотеза вменяема. У меня был такой горький опыт, когда собственники не сделали продаж и не было данных. Друзья, это просто epic fail. Ну, я без прикола говорю прямо, потому что то есть все ошибки делают, условно, не дают опыт, как делать не надо, как стоило бы. Поэтому планирование – это про то, как вы используете лучшее срабатывающее, и чем больше этих данных вашего личного или хотя бы в нише у коллег по рынку, если такое же делали. Но в основном запускали, я в те проекты заходил, где люди стартовали плюс-минус новые темы. Поэтому не планируя, мы получаем, ми получаем запланированный случайный результат. Значит, извини, вопрос такой. Любой ли продукт с помощью планирования можно продать? Я подвис. Значит так, на перспективу. Смотрите, продажи – это про продажи. Планирование – это про планирование. Планирование само по себе, оно бессмысленный инструмент. Если мы хотим продавать, то тогда мы организовываем себя, это способ, инструмент организации себя, поднятия своей эффективности. Но когда ты хочешь, например, да, Юль, вспомни, ты там хочешь куда-то поехать отдохнуть, или я там уезжаю на ретрит, да, в Карпаты, какое нафиг планирование? Я отпускаю там голову, контроль, и я выдыхаю в этот момент. И я не планирую, то есть я отпускаю там как раз напряжение, да, если какое-то у меня и было. Или, наоборот, воспринимаю гибко. Здесь я сейчас сделал, выполнил задачу, отпустил, да, скорректировал свой график. Ребят, пишите вопросы. Юля, ты меня можешь так... Как да, раз да, давай будем бинго. Дальше, потому что у нас очень мало времени остается. 1% на планирование. Опытным путем
исследована. Лотар Зайверт, исследователь темы планирования в Европе, он как раз вывел 1% эмпирическим путем, проверено лично. Если мы планируем свои 16 активных часов в дня, то есть 8 часов поспали и 16 часов активных у нас, если там перемножить математика 960 минут, короче, 1% от этого – это округляя 10 минут времени. Но при условии, что вы до этого расчистили свои дела. Ведь если у нас в доме бардак и долго не убирали, нужно делать генеральную уборку. И это, мягко говоря, занимает не 10 минут, да, то есть никак для поддержания. Понятно, вы, если вы уже на постоянке это делаете, то тогда это занимает 1%. Чтобы было ясно, то неделя – это около часа, месяц – это 4 часа, а год – это 48 часов. Там больше получается, на самом деле. Ну, так грубо, если брать. Когда вам говорят спланировать год за неделю, за день, кто-то, да, вам говорит, или говорит там, то, или за два дня, это то же самое, что построить здание девятиэтажное за двое суток, или там за неделю, или за месяц. Да, это возможно, но вопрос, каких материалов, какой прочности оно будет, если строить это в нашей стране, не в Китае. Маленькая деталь. Да, на данных, да, в данных условиях. Поэтому вы знаете, вы эксперты в своих нишах, вы эксперты в своем деле, которое я не претендую здесь абсолютно там вас получать. У меня не было вообще такой задачи. Все, что я говорю, это мой опыт, который я делюсь, да, многогранный опыт тысяч часов исследований, сотен часов работы с клиентами и личных тестов и практик. Вы можете его брать, самое главное, то есть я не говорю так догматически воспринимать. Главное, чтобы вы его брали и пробовали на вкус. Потому что непонятно, вкусное ли блюдо, если я не пробовал его новой кухни. И уже на опыте поймете, как это. Слайд сам говорит за себя. Если в жизни, то просто вам уже в колокол звонят. А вот этот, почему так много упора делал в начале, на настройку фильтра. Ведь если сейчас это крайне такое спасательное напоминание за мой спич об этом, то есть реально вы потом будете жалеть, время пройдет. Как и сзади вас те вещи, которые вы не делали, да, или идею не запустили. А кто-то ее уже запустил на рынке, но не вы. Потому что вы по какой-то причине просто стратили время. Чтобы вы смогли тогда сейчас, чтобы вы смогли, вы точно знаете. Потому что ответы внутри. Правда, к себе, к сотрудникам главный ресурс. Я об этом много ссылался. Настрой очень важен. Когда вы честны к себе, вы не тешите люди, что там проект полетит. Да? Вот сейчас еще. Но в кассе денег нет, и только минуса растут. Это неадекватность уже. Да? Это как раз... Если вы делаете определенные действия и про правду к себе, вы хотите открыть на телефоне Telegram, но нажимаете на Viber. Странно, да? Кнопкой, пальцем нажимаете на Viber, а хотите открыть, чтобы открылось приложение Telegram. Ну, типа, неадекват. Но почему-то мы, как люди, как человеки, делаем с собой так много и часто. Так здесь важно, чтобы вы были честны к себе, с собой. Здесь важно, то есть, простая штука, писать, думать на бумаге, фрирайтинг, ну, или любой другой способ выгружать на бумагу, потому что там вы будете видеть правду про себя, и когда вы будете эту правду видеть, то есть вы будете видеть вовне ее, вы сможете предпринять те действия и завнести их в график, как вы их решите. Вы решите это разговором, консультацией у психолога, пойти на коучинг, на обучение, просто с другом поговорить, собрать коллектив и прямо сказать: ребят, короче, не знаю, что делать, давайте придумаем вместе. Правда, это не казаться, а быть. Если вы ничего-то не понимаете, у вас есть люди, команда, вы их наняли. Если вы не знаете, человек к вам подходит: ой, Василий Иванович, я не знаю, как это сделать. Подожди, не понял, Петя, я тебя нанял. Твоя задача взять и разобраться с этим. То есть я тебя нанял, то есть поэтому ты мне принеси ответ, да, если не знаешь, что приди с решениями и тогда сделай действие. Вот ты отвечаешь за эту сферу. Чтобы вы были сфокусированы на ключевых действиях. Вы как собственник, ваш бизнес – это продолжение вас. И он развивается ровно настолько, насколько вы убираете когнитивные там гвозди из себя, из своих предубеждений, что какое-то нужно что-то, нужно особый момент для старта, нужно что-то особое, прям нужно собраться или еще что-либо.
или там это не работает, я там, органайзер — это фигня. Вы его пробовали? Вы реально тестили? Вы делали там замеры планирования или сделали замеры своего эффективности своего дня? Читали ли вы KPI, работы, скоринг вашего персонала или сейчас, когда вы будете работать? Не оперируя данными, невозможно делать управленческих решений. Позитив крайне важен. То есть если я фокусируюсь на деструктив, куда внимание, туда энергия. Поэтому это как поливать шланг. Шлангом можно поливать на грядке сорняки, да, негатив, да, и будут сорняки разрастаться, да, репях всякие. Или клубнику, которую сейчас, слава богу, стали продавать. Уже можно, да, там, черешню купить. Развивать свой проект. Тотальное забомбардирование сейчас экономического всякой этой штуки, которая шума и информационного, который был, мы управляем своим вниманием. Вовлекаться в новости деструктивные, либо фокусироваться на делании проекта. Тут простая идея. Как то, что я прямо сейчас разговариваю, делаю или смотрю, как оно мне поможет в будущем периоде, опять-таки это про планирование, оно приближает меня к моему желаемому результату или отдаляет? Если отдаляет, нафиг, забейте на это, выкиньте это. И добавьте больше людей там, которые на позитиве, которые с классным контентом дружат. Фильмы смотрите, читайте литературу. О, тут что-то с нумерацией. Ценим то, что считаем. Стоимость вашего рабочего времени. Друзья, здесь простой вопрос к вам. Как интереснее играть? Просто ли на счет? Ну, пока ребята будут отвечать, скажу за себя, да. На счет, конечно. На счет, да? Юль, что там, что есть на счет и чего нет, когда играешь просто? Понимание, что ты результат твой, что ты побеждаешь, собственно, не знаю, конкуренция какая-то заряжает. Как оно в теле? Вот почувствуй, что вот мы сейчас с тобой играем в волейбол. Вот, да, вот это, да, вот что-то двигается. То есть есть энергия, там есть драйв. Когда мы играем просто, ну, сделаем, не понимая зачем. Слово, заметьте, зачем — это причина, мотив. Мотив — это про тот лайфстайл, да, почему про планирование. Когда ты понимаешь, зачем ты что-то делаешь, тогда ты выстраиваешь. Тогда нужен инструмент планирования, некий пошаговый цепочку, как туда добраться. Так вот, когда мы считаем, для того, чтобы когда фокус на этом, на цифрах, нам нужно понимать, сколько стоит наше время. Или как минимум, если мы сейчас, например, там, зарабатывали там, условно $1000, да, хотим перейти на $5000, да, или на $10000 выйти там, за год или за какой-то период времени, то... Простая идея, прямо сейчас, чего не знают 99 людей обычно, сколько стоит их час и сколько стоит 10 минут. Очень быстро с вами считаем. В среднем часов я работаю в неделю. Юль, давай тоже как раз себя, давай ты будешь таким экспериментально. Угу. Подумаю сейчас так. Приблизительно. То есть вы где-то работаете, может быть, 4 часа, да, там, например, в выходной день или 2 часа, а где-то вы работаете 10, средняя по палате. За неделю и умножаем на 4. То есть это у нас месяц вышел. То есть я, если так навскидку сейчас, если посчитать, то, наверное, где-то часов 70. Может, даже под 80 плюс в данном периоде сейчас жизни. Это у меня. Неделя, правильно? Ну да, у каждого это своя динамика. Бывают недели, когда меньше. Угу. Но мы берем промежуток 2-3 месяцев крайних. Аналогично доходам, тоже среднее берем, сколько вы заработали. И теперь делим. Средний доход на рабочие часы за месяц. Сумму всех часов. Условно, там, $1000 делим на, там, на 200 часов. Сказала, аж самого передернула. $5 в час. Фу-фу-фу. При своей $50 в час работы как раз, да, с предпринимателями, то я понимаю, что это неадекватно. Какую-то надо было десятку брать, десятка нормально. Ну, в общем, когда вы это посчитали, теперь делим на 60. И умножаем на 10. И теперь, когда вы пойдете, когда вы заняты работой, заняты проектом или пишете, как я сегодня готовился к презентации, да, выписывая, как перерабатывая контент, и настраиваясь на нашу с вами работу. У меня, помня об этом, сколько стоят мои 10 минут попить чайку, когда мне надо сейчас закрыть задачу. Я понимал, что я делаю то же самое, что выбрасываю купюры в окно или сжигаю эти купюры.
То есть я лишаю себя заработанных денег. Поймите, планирование – это про то, что вы начинаете адекватно ценить, у вас майндсет перестраивается, ваше мировоззрение. Вы начинаете воспринимать свое время не так, как раньше. Не покурить лишний раз, если там, да, или потрындеть с кем-то, или поболтать дополнительно там еще о чем-то. А разговоры целевые, но если у вас вы хотите отдохнуть, то отдыхайте. Но пусть этот отдых будет максимально качественным, переключение тотальное от того, что вы делали. Если сидели за компом, пойдите прогуляйтесь на улицу, там, благо сейчас уже можно выходить, да, спокойнее, без, пока еще с масками, ну, такое дело. Друзья, как вам эта штука? Поделитесь предложением, инсайтом. Когда мы увидим, то Юля, буду рад, если озвучишь. Седьмая идея – аудит загрузки дня, простой рычаг эффективности и роста показателей проекта. Слушайте, ребят, у нас всего с вами 168 часов. У Стива Джобса, Билла Гейтса, у всех, кто был и кто есть сейчас, миллиардеров или обычного там учителя до предпринимателя, политика, 168 часов. На что они у вас идут в неделю? Почему я про правду спросил? Голова может сейчас рассказывать, вы там очень заняты, вы трудитесь, вы так стараетесь, вы прям выписываете что-то. Не-не-не-не-не-не-не. Это все круто. Какой результат по факту в кассе? Или какой KPI, какой показатель вы закрыли на этой неделе, в этом дне, сегодня? Какой конкретно профит от вашего дня? Если есть в итоге дня вот этот профит, то вы понимаете адекватную реакцию, да, себя на проделанную работу. И тогда, понимая, имея эти данные, если вас не устраивает результат определенный, то вы можете в будущий период заложить определенный пул активностей. Зная, опираясь на прошлый опыт, если вы такое уже делали, сколько обычно оно времени занимало, вы понимаете коридор временных, да, сколько занимает встреча, переговоры, минимум провести. Продажа, я помню, по своему циклу, она у меня занимала, ну, самая быстрая была 20 минут, когда люди ко мне приходили. То есть это был, я провел больше 1000 личных встреч, продаж личных, да, тет-а-тет. Это только... И здесь, вдумаясь, я не мог это сделать за 10 минут. Чаще всего они были по часу в среднем. Ну, 45. Плюс зазор 15 минут, такой некий бампер, чтобы можно было в зазор и не было домино эффекта. Смотрим сейчас с вами очень быстро на экран. И выберите на первом слайде, который будет сейчас, один пункт. Только один. Который больше всего у вас сливает время и энергию. Поехали. И пишите часто, ребят. И, Юля, ты тоже поделись, какой у тебя пункт. Хорошо. Сканируйте глазами, и первый импульс, который в голове щелк зажужжало, такой, что-то неприятное. Вот если это неприятное, это значит про оно. Это оно про правду. Если вы говорите, нет, это точно не про меня, это точно про вас. Юль, что там? У меня 11 однозначно. У меня сказать нет. Понимаю тебя. Друзья, пишите в чат. И второй слайд. Сканируйте тоже глазами. Давайте 10 секунд еще. Когда вы выявили сейчас, прямо в данный момент, поглотителя, у вас появились данные изменить ситуацию, сделать некий план пошагово, как вы доходите от дома до магазина условно, да, где вы покупаете продукты или там технику, или как вы добираетесь до места, где вы отдыхаете, да, летом или там зимой. У вас есть некий маршрут. Да, вы можете весь маршрут не видеть, как когда мы едем по дороге с включенными фарами ночью, но плюс-минус мы понимаем трек. Так вот, подобная вещь. Вы можете сделать минимальные действия, чтобы начать двигаться в этом направлении и найти людей, которые, если вы не знаете, как это уладить, да, у меня спросить, загуглить как минимум, да, или у других людей спросить, кто такое уже сделал. И тогда вы будете легко попадать в свои цели, потому что постепенно, шаг за шагом, убирая дыры, ваше ведро будет становиться полным. То есть если постоянно
моя бутылка выливается, да, сюда мы наливаем энергию, да, когда высыпаемся или деньги заливаем в бизнес. Наша задача закрыть дыры сначала. И тогда автоматически мы будем расти, потому что у нас не будет трат. Восьмая идея здесь просто упражнение, которое я очень рекомендую тотально вам сделать дома. Оно крайне необходимо для того, чтобы вы могли легче, проще, быстрее двигаться в любой ситуации. Если вы чувствуете, что уже прямо аж дребезжит куча мыслей, они летают как будто бы, как мошки в лесу, да, или комары, когда ты прямо вот так делаешь, да, и не можешь сосредоточиться. Перед рассветом прям хочешь увидеть солнце, а тебя мошки отвлекают. У меня такая ситуация была на ретрите. Это прямая взаимосвязь с штуками, которые нам мешают. В первую очередь, кому вы должны что-то, ну, обещания какие-то, себе или другим. Все эти вещи, они забирают кучу энергии. Почему я говорю много об энергии? Потому что если у вас есть время, но нет энергии, пластом лежа дома, вам не очень что-то хочется делать. Как и я помню, выгорая в отделе продаж, какие выходные? Это пластом лежал. Но когда уже нарабатывал свой ритм, балансируя отдых, да, планируя отдых после определенных нагрузок, балансируя восстановление, то все происходило гармонично. В общем, вы берете лист бумаги и выписываете до момента, пока все пусто, чистота в голове. Все, что внутри, все мысли абсолютно. Все выгружаете просто пунктами. От покупок булавки до покупки инвестиций или найма сотрудников, да, или освоения нового сервиса. Когда эта чистота наступит, вот тогда вы с этим списком сможете работать, и вы почувствуете облегчение. Вы не будете тратить энергию на пустую жвачку ментальную. Девятое. Знакомая вам штука, пролистываю. Планирование, как раз видите, не срочно, но важно. В категории здесь видите результаты, то есть баланс управления жизнью. Если брать сектор, который в красный, когда постоянно в перманентном кризисе, да, вы постоянно как в мыле, когда я помню, то есть неадекватные руководители, я такое встречал и отказывался от таких проектов, когда занимался выстраиванием отделов, что они постоянно людям выбрасывают, вот надо еще вот это, и надо вот у нас вот этот запуск. То есть нет никакого нахлёст, люди постоянно то есть слепыми глазами идут, и растет напряжение. Из-за этого падают показатели, люди выгорают и разрушается, по сути, сам же бизнес. Это как истощать утку, которая несет золотые яйца. Двигаемся мы по такой схеме, понятно, по срочности. То есть динамика, да, спектр дел, приоритизация. И наша задача, если мы не фокусируем внимание на зеленом секторе, то автоматом он перерастает накопившийся в красный сектор. Ну, а все следствия, они сами уже проговорены нами, тут первый путь, да, про людей-мух. Но в данный момент, в 21 веке, этого уже недостаточно. Все крайне быстро меняется. Ключевая здесь аспект – это значимость. Значимость внедрения сервисов, значимость автоматизации, значимость создания шаблонов, значимость вами, она возросла. То есть, когда вы сделали одно действие, настроив один раз, например, шаблон, да, в своей подписи к письму, вам не надо каждый раз готовить вручную писать эти сообщения. Если вы сделали, например, там скрипт по обработке заявок, да, когда они поступают вам по трафику, и сразу они в CRM по определенным тегам вам распределились, то вы экономите время своих менеджеров, которые это же ваши же деньги. Если вы автоматизировали, то у них уходит куча времени на всякую мишуру, чтобы они могли больше сделать продаж, и вы больше заработали. Ну или вы, когда в данный момент сами продаете. Максимально автоматизируем все, что возможно. Создаем инструкции, шаблоны по всему, что можно делегировать. Тому, как нанимать, тому, как говорить, про что ваша компания, чтобы не надо было говорить, вы даете оп новому человеку, да, или клиенту, да, или в целом вы озвучиваете, да, вы заявляете, тем самым вы ускоряете свою динамику. Юль, по таймингу у нас 4 минуты, правильно? Да. Окей. Так, 10-й. Страшные аббревиатуры ООДА или PDCA. Короче, это про гигиену, друзья. На самом деле вам это знакомо, plan, do, check, ну и тут еще act,
то есть действия. То есть это штука, которая линейно помогает нам спланировать действия, спланировать, сделать, проверить, ну, прочекать, да, его, и потом его скорректировать. Некий линейный путь. Но из-за того, что сейчас все меняется, вы видели, как за 2 месяца просто все сверх на голову перевернулось, и турбулентность будет только возрастать. Нет ни одного показателя в мире, чтобы все как-то стабилизировалось. Все показатели глобально-экономические в красной зоне, ну, за макроэкономики. Понятно, что Украина, то, что мы вначале проговаривали, эта штука, если вы не используете ничего пока, то это с этого начинаете. Если вы уже это внедрили, это делаете, то пора переходить к динамичному ООДА принципу. Здесь, видите, крайне упрощенно. На самом деле ООДА Act, вернее, Orient, Observe, Orient, Decide и Act. Здесь она круговая. На самом деле она намного сложнее. Но сейчас, чтобы вас не пугать, там много микроциклов. Я просто в такой модели показал. Если вы уже PDCA освоили, переходите ООДА. Что это? Наблюдение, когда вы наблюдаете ситуацию, вы ориентируетесь на местность, оцениваете, что происходит, вы принимаете решение, и вы действуете. И вы можете по микроциклам перепрыгнуть от одного пункта. Вы наблюдаете сразу в действие, наблюдаете сразу в решение, вы ориентируетесь и в действие. То есть это гибкая модель. То есть вы не следуете, если я прописал по пунктам, нужно бить головой стену, потому что так правильно было сделано. Нет. Время изменилось. Все, кто не будут гибкими, а это один из навыков ключевых глобально по образованию, по метаобучению 21 века, это гибкость. Навык, который адаптивность. В частности, если брать про качество характера, который тотально поможет планированию, и в частности то, с чем я работаю, помогаю, это жизнестойкость, когда вы можете, вне зависимости от того, что вам прилетает, вы способны адекватно адаптироваться ко всем этим ситуациям. Цикл НОР, другими словами, он придумал вообще в военной тематике, он был создан для того, чтобы в 95 году, чтобы можно было оперативно адаптироваться к изменяемым ситуациям. Видите, любые процессы соответствующей реальности действуют в непрерывном цикле. Текущей реальности план сам по себе, если он не адаптивен к тому, что происходит вокруг нас, это просто какая-то галлюцинация, которая неприменима. Если мы постоянно взаимодействуем с окружающей средой и учитываем ее постоянные изменения, тогда мы нет стресса, мы не «О боже, а что же делать?» Слушай, а ничего, что надо было по сторонам было посмотреть и делать определенные движения. В общем, переходите к этому делу. Лазерный фокус, ускоритель, вопрос на миллион долларов, друзья. Это без шуток. Этот вопрос, который провернет вашу жизнь, изменит сверху на голову в лучшую сторону. Это суперускоритель. Какое одно дело, если вы его возьмете, выпишите себе перед экраном, он будет перед монитором на вашем телефоне, всюду, и будете его задавать всем клиентам, себе, своим сотрудникам, вы просто взлетите. Ну и оптимальная форма, которая является базисом, не верхняя и не нижняя, а та вещь, которая... Мы сейчас уже завершаем, это такое от меня по скрипту, вам 12-й пункт. Без вот этого все остальное не летит. Задача быть в оптимальной форме, не впадать в крайности. Стремиться к тому, чтобы двигаться малыми шагами. Как раз этим я и помогаю. Это как раз, ну, как осознание этой недели, что этим и жил, помню. Да, все результаты, которые были. Вот таким образом получается. Это жизнестойкость, которую мы с вами проговаривали. Когда мы адекватно воспринимаем, что мы воспринимаем как мысли, то, что я чувствую, то, что у меня в теле, это не все. Я могу выйти над этим и спланировать те действия, вменяемые, используя ту энергию, применить конкретные действия по ООДА. И тогда, получается, я в оптимальной форме, стрессоустойчив к любым ситуациям. Вот такая вот штука. Поэтому 11 числа, кстати, с 19.91 в Мариуполь буду проводить эту тему, так что присоединяйтесь. От меня бонус будет в презентации, здесь списком вы увидите. Ну и кто хочет получить от меня бонус, то, друзья, вот эта классная книга, с которой взят этот как раз вопрос ключевой,
вы его, эту книгу в аудиоформате из моей личной библиотеки, если пришлете мне фотографию своего конспекта в личку, я благодарю вас за включенность сегодня. Вот мой контакт, личный блог. Пишите в директ либо в Инстаграм, либо в Фейсбук, либо можете в Телеграм. Высылайте фотографию своего конспекта, тогда я поделюсь с вами бонусами, которые мы сегодня проговорили. Фух. Ребята, всем спасибо большое за включенность. Хорошего вам продолжения лекции, конференции. Всего вам хорошего. Все, пока. Привет, меня зовут Ева, я проектный директор 1991, мы центр развития стартапов на юго-востоке Украины. Design Battle South Coast – это всеукраинская борьба за креатив, атмосферные бренды и новое дыхание украинского бизнеса в онлайне. Ежедневно мы ищем классных разработчиков, классных дизайнеров, классных специалистов в IT-бизнесе для того, чтобы создавать профессиональное, сильное комьюнити в Украине. И Design Battle на юго-востоке Украины – это очень важное событие для нас. Мы решили, что это будет всеукраинский конкурс, потому что для нас не имеет значения, в каком городе находится профессионал. Пандемия доказала нам то, что абсолютно любому бизнесу в наше время нужно иметь какую-то свою онлайн-площадку, свой онлайн-ресурс для того, чтобы быть всегда на связи с пользователями наших услуг. Таким образом, мы предлагаем предпринимателям подключиться к нашему дизайн-баттлу, стать спонсорами и партнерами, получить максимум результата от огромного количества украинских экспертов в дизайне. Одно из преимуществ нашего юго-восточного дизайн-баттла заключается в том, что финал будет проходить в городе Мариуполь. Этим летом дизайнеры и эксперты со всей Украины смогут не только провести время за разработкой своих классных креативных макетов, но и в том числе отдохнуть на берегу Азовского моря. Финал мы организуем просто феерический и очень классный. А в этом году в Украине, к сожалению, не у всех есть возможность поехать отдохнуть. И мы предлагаем наше Азовское море, оно одно из самых теплых в мире, для того, чтобы провести свой отдых, получить главный приз и, собственно говоря, доказать всей Украине, кто здесь самый лучший дизайнер. Призовой фонд на сегодняшний день составляет более $1000 и увеличивается с каждым днем, благодаря тому, что каждый день подключаются все новые и новые спонсоры и партнеры к проекту. Судить наш баттл будут лидеры мнений в дизайне со всей Украины. А экспертами, которые будут судить вас на финале, будут те, кого вы 100% знаете. Сейчас я расскажу вам о трех основных этапах баттла. Первый этап – групповой этап. Каждая группа получает свое индивидуальное задание, с которым участник должен справиться за 2 часа. Второй этап – полуфинал, в который приходит 18 лучших дизайнеров Украины. Из них 6 самых талантливых попадают в третий этап – финал. Финал будет проходить офлайн на побережье Азовского моря в городе Мариуполь. Есть 4 варианта партнерства, 4 варианта поддержки баттла – Light, Middle, Boss и Gold. В зависимости от того варианта, который вы выбираете, уже есть различные варианты и возможности. Во время всех этапов конкурса все участники-дизайнеры выполняют проекты именно по вашему техническому заданию. А в конце сотрудничества у вас остаются визуалы всех проектов, всех заготовок. Если, например, в дальнейшем вы планируете ребрендинг своего сайта или собираетесь осуществлять экспансию в другие города или страны, и вам нужно обновить дизайн своего бизнеса, вы можете сделать это без проблем из существующего набора макетов, оставшегося после баттла. Если вы подключаете пакет уровня Light, вы получаете возможность 5-минутного выступления на групповом этапе баттла, а также 6 участников группового этапа баттла будут работать над макетом дизайна вашего бизнеса именно по вашему техническому заданию. Визуалы всех макетов в конце конкурса, конечно, вы получаете и можете использовать. А если вы подключаете пакет уровня Medium, над вашим проектом работают уже 9 лучших участников, 9 полуфиналистов. Также визуалы вы оставляете себе и можете использовать их в продвижении вашего бизнеса. А для мощного прорыва вашего бизнеса мы подготовили пакет уровня Boss, где вы получаете возможность 5-минутного выступления с презентацией вашего бизнеса и продукта на финале баттла. Также над вашим проектом по техническому заданию будут работать 6 самых лучших дизайнеров Украины, которые участвовали в баттле. Ну а теперь самое вкусное – вишенка на торте. Да что там вишенка, это целое вишневое дерево.
Для тех, кто подключит пакет уровня Gold, будет возможность 10-минутного выступления с презентацией вашего бизнеса или продукта на финальном этапе конкурса. Также ваш логотип и ваш бренд будет упоминаться на всех этапах батла. Будет транслироваться ваш 2-минутный рекламный ролик. Также будет возможность на финальном этапе проводить продажи и распространение ваших продуктов и услуг. Будь в тренде, поддерживай креативные индустрии и выходи на новые рынки с помощью классного дизайна. Принимай участие в дизайн-баттле South Coast и становись легендой украинского дизайна. Мы рады сотрудничеству, ждем именно вашей заявки. Я уверена, что мы с тобой обязательно встретимся. До встречи на Азовском побережье!